Я со своим охрипшим и гнусавым голосом сейчас буду все рассказывать. В общем, у меня простуда от кондиционера, которую я никак не могу вылечить уже 3 дня. У меня насморк, у меня сухой кашель и заложенность в целом. Я лечилась вот этим фаталаем. В принципе, его всегда все рекомендуют, но что-то как-то 3 дня и ничего не проходит. Помимо этого, я еще брызгала горло и нос мироместином, то же самое, как бы ничего, он только горло, например, не полегче стало. Значит, и сегодня я не выдержала, уже пошла в аптеку, попросила что-то более сильное дать. Вместо фаталая она мне порекомендовала вот такие витамины. Буду пробовать, не знаю, в общем, я попросила что-то для иммунитета. Вот она мне дала вот это, со вкусом черри. Для горла она мне дала вот такие штуки. Уже на наклеечке она мне написала, как это нужно применять. То есть один раз в день, одна таблетка после завтрака. Вот это для горла от сухого кашля. Она положила мне уже дозировку, 2 плиточки, пластиночки, вот в такой пакетик, где тоже она все обвела мне.